Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение руководству Ульяновской области. В действиях нашли признаки ограничения конкуренции. Глава региона поручил Министерству цифровой экономики и конкуренции разработать новые тарифные решения. Их на экспертном уровне согласовали с автономной некоммерческой организацией «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием». Именно с ней подведомственное министерство структура заключила договор на оказание возмездных услуг. Цена вопроса – 7 миллионов рублей. При этом конкурсные процедуры почему-то не проводились. Кто-то, наверное, мы надеемся, что неумышленно ввел в заблуждение губернатора при принятии этого решения. Мы, собственно, пытались каким-то образом свою точку зрения на совещаниях изложить и специалистам, и на совещаниях с участием предпринимательских сообществ. Мы полагаем, что к нам просто не прислушались. Антимонопольщики посчитали, что центр мониторинга может одновременно влиять на принятие тарифных решений, а еще проводить экспертизы в сфере госрегулирования тарифов. Это ставит организацию в неравное положение относительно других хозяйствующих субъектов. Срок исполнения предупреждения – 26 апреля.